Зарекался я и думал, что ремонт закончу. Не хочется мне теперь ремонт заканчивать, потому что вместе с бригадиром и лакокрасочной компанией можно для себя открывать абсолютно новые вещи. То есть, допустим, вот делал я ремонт, красил что-то. Оказывается, можно было сделать лучше и круче. И вот сегодня мы попробуем с вами вживую поиграть. И для начала цель нашей сегодняшней встречи. Да вот, захотел я вас сегодня познакомить с новинками фирмы Prestige. Это 100% российский производитель, который находится в Ростове. И сегодня лакокрасочная компания с гордостью его представляет. Вы думаете, что это дорого? Нет, это не дорого. Что это такое? Это абсолютный ноу-хау. То есть, такого раньше в России не делали, а теперь делают в России. И сегодня мы попробуем, привести в порядок наш добрый старый огнетушитель. Ну, чтобы вы не подумали, что я хочу ухомыздать в чем-то свою фирменную одежду, которую я покупаю не в России. Это курточка из Таиланда. Я переоденусь. Вообще, бригадир – это такая крупная сеть, которая позволяет вам полностью сделать весь ремонт. Причем очень качественно. И здесь есть все, реально все. При этом вы просто экономите. Этот же малярный халат я здесь взял. Сейчас мы в него залезем. Да. И покажем вам, что же это такое. Да. Клево. Халат я себе оставлю. Ничего в хозяйстве пригодится. Так. Для чего я надеваю этот специальный защитный комплект? Ну, во-первых, все-таки техника безопасности превыше всего. Да. И вот в таком виде вы тоже можете делать ремонт дома. И не так часто телевизионная свинья все-таки становится чистой и правильной. Но сегодня сделаем, потому что бригадир все-таки учит нас, как грамотно работать. С гордостью представляем вот эту смывку. Дело в том, что не так давно я потратил день, два, три, а может и больше, на то, чтобы двери, обыкновенные деревянные двери, очистить от старой краски. Дело в том, что у меня двери в квартире из лиственницы. Представляете, лиственница 50-летняя. Зачем мне всякая билиберда из картона? Лиственница. Надо просто смыть краску. Предложили смыть краску, точнее обжарить ее феном. Ну, после того, как вы наклеили обои, самое дело феном обжарить. Или все-таки смывку использовать. Давайте посмотрим, как она работает. Ну, тут небольшая техника безопасности. Вот наш. Надо немножко покорябать. Старый огнетушитель. Вот. Все, теперь откроем смывку. У смывки есть специальное защитное колечко. Вот. Видите, не просто так. Честно говоря, вот сколько смотрю на продукцию отечественного химпрома. Вау! Да, алярм. Вот. Никогда не думал, что наши краски будут выглядеть круче, чем импортные. Представляете, банки вот эти фирменные, престижевские. Тут даже золотом все вытеснено. Клево. Так, смывку помешали и наносим. Так, на улице немножко холодно, поэтому срок действия пока не знаю какой. Но дело в том, что это чистый эксперимент, на который нас подвигла фирма «Бригадир». С увеличением температуры на 10 градусов скорость химической реакции возрастает в 2 раза. На улице 5 градусов. Если бы я это делал дома, когда там, ну, в квартире 25, то я бы уже ничего бы не успел сделать. Кстати, насчет токсичности этой вот чудо-смывки, я бы посомневался. Ничем не пахнет. Так, ну, чтобы полностью промазать, не знаю, она уже вся отваливается. Это чудо какое-то, блин. Так, давайте мы ее оставим все-таки. Ну так. Хотя продемонстрирую. Вот шпатель тот самый, да? Краска была покрашена. Пяти минут не произошло.
Представляете, вы через 5 минут снимаете всю краску до основания. Это не какое-то там ТВ-шоу, там постановочный трюк и все остальное. Вы видите, да? Да. Передать словами, ну, сложно. А теперь еще и все автомобилисты могут приехать в бригадир. Подразделение понятно, да? Улица Ленинградская, 34, стройдвор. Значит, это Советская, 160 и торговые ряды на автомобилистов. Представляете? Господа автолюбители, я, наверное, сюжет тоже еще и в автостоп воткну. Теперь нет необходимости, вообще нет никакой необходимости шкуркой работать, чтобы до металла отодрать краску, представляете? Вот баночки, вот этой баночки хватит на целый капот, а то и на пол автомобиля. Да, чудеса на виражах. Вот чтобы так отодрать металл, необходимо поставить целое травильное отделение. Стоимость травильного отделения – это несколько десятков миллионов долларов. Да. Предлагаемый вариант стоит 180 рублей. Представляете, 180 рублей – никакого головняка. С тем, чтобы отодрать, ну, там, батареи, двери, там, кстати, рамы. У некоторых очень даже солидные рамы. Вот, баночка. Это новая краска, не старый огнетушитель, который был, а новая краска. Сейчас немножко подождем. Это Копперфильду просто и не снилось. Хотя, скорее всего, Копперфильд ездил как-то на завод Престиж, ну, чтобы вот что-нибудь подобное придумать. Итак, легким движением руки мы получаем абсолютно чистую поверхность. Чем не чудо? Ну вот редко, когда вы увидите столь озадаченную физиономию. Потому что много чего в жизни я видел, этого не видел. Теперь мы снимаем перчатки. И еще раз к слову о том, что Бригадир – это центр новых технологий. И сегодня мы с гордостью представляем бельгийскую разработку Fix All. Вы внедряете сегодня в жизнь универсальный заменитель всех жидких гвоздей. Ну, к жидким гвоздям мы привыкли, да? Используем их для ламината, для паркета, там, для кафеля, для стекла. В общем, для того, чтобы решить все проблемы, достаточно одной такой бутылки. При этом это еще и герметик. Бельгийская разработка здесь же, естественно, в Бригадире. Вы когда-нибудь видели, чтобы клей приклеивал в жидкой среде? Я нет, сейчас попробую. Опять же, редкий клей приклеит полистирол. Я не первый раз в жизни это все вам демонстрирую. Так же, как со смывкой, честно говоря, думаю, что это меня удивит. Казалось бы, обыкновенный патрон. Пистон. Так, набираем, вставляем, фиксируем. Так. Ох. Так, да, желательно закрутить, конечно, эту штучку, чтобы не такой большой расход был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вах, какая штука. Да. Так. Так, контакт, есть контакт. Так, пластик и стакан. Набрали воды. Сейчас мы ее. Так, стакан потек, да? Ну, видно, что течет, да? Я тут же наживую, тут уже придется пальцем внутрях. Провожу герметиком. Стакан не течет. Усложняем процедуру. Набираем ванночку. Водичку. Итак, это полиэтилен, да? Наберем шо. Так. Теперь нам надо приклеить в воде стакан с водой к
в ванночке. Такого эксперимента в жизни я не делал. Наношу в воде универсальный клей-герметик. В воду опускаю стаканчик, ну, чтобы понятно было, да? Так. На жидкое, в смысле увлажненное донышко наношу герметик, клей. Так, сейчас проверим. Уже приклеилось. Надо побольше было. Ну и оставим для фиксации. А сейчас нас ждет вот эта дивная эмаль. Да неужели? Мне теперь придется работать с краской и не использовать затем растворитель, скипидар, white spirit. Да не придется, потому что все это акриловые эмали. Понятно, да? То есть не будет у вас засохших кистей, которые вы потом выбросите. Да. А будет запах. Представляете, у вас в квартире малолетний ребенок. Вы не успели просто ремонт закончить. Ну, осталось-то. Принесли его с роддома. И жена вас пилит. В конце концов, ты, козел, когда закончишь ремонт? А ты говоришь, вуаля. Сейчас дверки покрашу на тебе. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ваш шар, ребенок же. Ты говоришь, а, я сходил в бригадир и купил престижерскую краску. Она говорит, ну все равно вонять будет. Сейчас посмотрим, как она воняет. Да. Я не токсикоман, хотя, ну скажем так, в детстве этот опыт был у всех, естественно. Краска с ароматом яблока. Представляете? И это краска на водной основе. Ей можно красить все. Итак, я предлагаю нам сделать наш дивный огнетушитель, который вот так же просто водой обмыли, не использовали ничего. Вот. После нашей дивной смывки, не используя ни капельки растворителя, токсичного, высокоаллергенного, вонючего, в конце концов, и огнеопасного, просто водой обмыли. Так, тщательно. Блин, ну нравится мне эта съемка, редко так получаю дивное удовольствие. Вода, краска, да? Размешали. Да-да-да. На-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на. Аромат яблока. Как я вам уже говорил, избытки краски можно просто смыть. При этом вы не используете никакой растворитель, кроме самого распространенного растворителя в мире. Обыкновенной воды. Ну, проходка была на одно, естественно, да? Надо понимать, что с первого раза закраситься тяжело. Но еще раз говорю, забудьте вы про масляные эмали. Все это не то, что вчерашнее, это позавчерашний день. Потому что с бригадиром можно красить все. И металл, и дерево, да все что угодно. Вот этими акриловыми красками на водной основе. Потом, ну, следующий тест будет, насколько они устойчивы. Но все понятно, да? Ремонт превращается из головняка, связанного с вонью, грязью и разгильдяйством, в простое удовольствие. И мы очень любим Турцию, такую золотую, красивую. И недавно последний рекламник зашли. Ресепшн. Все в золоте. Ну, конечно, это не в золоте, конечно, это краски. Я просто подумал, как человек должен отдыхать, в смысле мультики ловить, если он использует, ну, бронзовую вот эту краску или серебрянку. Итак, престижевская эмаль с молотковым эффектом. То есть она позволяет вам получить узорчатую кованую поверхность. Ну, помните, да, тарелочки такие, как будто молоточками постучали. Вот. И поскольку поверхность узорчатая, то мелкие дефекты это все скрывает. То есть, представляете, вы заходите в комнату, у вас потолок золотой. Это возможно сделать? Ну, сегодня не будет потолок золотой, сегодня мы наш огнетушитель сделаем золотым. Так, откроем.
Теперь вот этой штукой можно красить любую поверхность. И пенопласт в том числе. Здесь нет растворителя. Так. И сделаем наш продвинутый старый древний огнетушитель. Еще и золотом его покроем. Так. 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 То есть сейчас с бригадиром у вас вообще нет вопросов. Вы делаете свой любой сногсшибательный дизайн. Такого, которого ни у кого-то и нету. Конечно, у меня есть большие претензии. Ну, в завершение нашего сюжета. Ремонт я закончил. Но как бы знал, что будут такие замечательные приспособление, так бы и дальше его продолжал и продолжал. И сейчас вот, ну, это трудно передать, но мы попробуем вам продемонстрировать, как вот после нанесения кисточки, обратите внимание, мы красим золотой краской, получается однородная поверхность без следов этой самой кисточки. Работа очень трудная, продемонстрировать вам это. И, пожалуй, только мой замечательный оператор может вам это показать. Да, небольшой, конечно, свинарник мы тут навели, но, извините, попробовать все вместе одновременно это сложно. Очень удобно, что вода рядышком. Так наш эксперимент. В воде приклеить пластик к пластику. Выльем воду. На улице 5 градусов тепла, в воде полиэтилен клеится к полиэтилену. То есть, ну, как бы тупить-то особо не надо, фиксол. И вообще приходите обязательно в бригадир, здесь такие новинки, что, да, где же я был ранее.